Хотя бы слышно, когда она отключается. Еле вижу. А, тут еще одна башня Сардоса я нарисовал. Да, мощно. Здесь камень такой. Тут дерево. Я не умею рисовать, короче. Вот солнышко светит. И вот. Детское солнышко, блин. Нарисовал, называется. Художник.
Короче, надо грядки, чтобы были. В нормальном саду всегда грядки есть. Здесь какая-то фигня. Сено откуда они таскают. Моральные качества, совесть. Что нас ждет после смерти? То, что до рождения. Хотелось бы мне посмотреть на мир без макулодистрофии сетчатки глаз. Интересную разницу увидеть впервые за 10 лет, более чем 10 лет. Было бы прикольно. Похоже на какую-то железную дорогу, блин. Пенек можно нарисовать здесь с грибочками. Ну блин, если я найду жену и мы будем с ней жить счастливо, ну как бы не счастливо, а просто жить с ней. И она родит детей для меня. Это будет хорошо. Я так думаю. Чтобы они видели, как отец рисует, занимается музыкой. Включил сегодня ютубчик этого Ларина, что-то, ну потому что мне одна девушка написала там типа, ты задолбал, прости, но ты меня уже задолбал. Подозреваю ее в фейковости. Я, короче, это травмировало меня немножко, и я стал, включил впервые ютубчик Ларина, стал смотреть там, где Соловьев говорит на передаче кое-какую фразу. Говорит «я» и дальше запрещенное слово. И угрожает. Жестко, да.
Это нифига не смешно. Совсем поехавший Соловьев, блин. Еще более поехавший, чем я. Наверное, весна так действует. Только вот я-то говорю честно, что мне таблетки нужны. Нейролептики. Мне нужно точно узнать, есть ли у меня биполярка или еще что-то. Но Жак Фреск сказал бы, что это просто чушь, которую выдумали. Или Павленский сказал бы, что это чушь, которую выдумали эти психиатры. Чтобы человека просто закабалить. Вот как выглядит хотя бы примерно эта грядка, а не так, как в готике. Так, вот там. Так выглядит примерно. Здесь растут всякие. Здесь указатель, что здесь растет, может быть. Какой-нибудь овощ там. Блин. Тоскливо мне, да. Здесь класс. Грустно. Класс. Магия. Уже испортил. Худо испортил. Отличное здание. Здесь всякие камешки должны быть. Все, короче, сейчас пикнет. Слишком темно здесь.
еще мешает вот эта вот хрень. Здесь нужно ну, как будто это камни здесь сделать небольшое такое. Какую-то структуру сделать. Я просто из воображения, можно сказать, прорисовываю, хотя здесь должны быть всякие растения. Карликовая елочка. Пенек. Еще нарисуем один. Все, флокситина нет. Но приятно, что-то хоть кто-то меня ждет. Хотя бы на обещаниях. Здесь, короче, камешки. Просто хаотично прорисовываю их. Такой пейзажик получится. Уютненький, может быть. Может и нет. Ладно, уже темно. На гитаре поиграю. Слишком темно, да? Просто мне глазам плохо видно. Ладно, я сейчас детали прорисую еще. Немножко. Хотя это может быть во вред. Всякую фигню сейчас нарисую. Это страшные деревья. Ромашка, блин, какая-то. Че я рисую, ё-моё. Я не могу прорисовать такие деревья, такую вот мелочь, как... Не, я могу постепенно научиться. Но лучше не переборщить сильно. Тут вообще все так обобщенно, деревья обобщенные. Достаточно. Здесь бы я мог что-нибудь нарисовать такое. Здесь можно пещерку сделать гоблинов.
здесь не получилось. Слайки вот. Должны же быть слайки. Это какая-то хрень. Каким же я разбитым чувствую себя по утрам. Если кто-то из ваших родственников храпит, то знаете, что это болезнь, а не мужественность. И это лечится в цивилизованных странах, блин, потому что от этого умирают мужчины. Ну, в России как бы плевали на мужчин. Храп считается нормой. А может, это дельцы делают на этом деньги. Если я буду жить с девушкой, она увидит, что я храплю, заметит, то я обращусь в больницу и буду лечить, чтобы не, ну, потому что это болезнь. Ты не получаешь кислород во время сна. Офигенно, блин. Гордиться еще этим должен, что ли. Это не какая-то там прихоть или еще какая-то хрень. Это должно лечиться все, но медицина у нас крутая, в кавычках. Не будем говорить. Все знаем, какая у нас эффективная медицина. Как хочется нарисовать здесь танк, чтобы он стрельнул на... Или орка, который бежит здесь вперед. По крайней мере, грядку я более-менее прорисовал, как она должна быть. Так должна выглядеть грядка. Если здесь рисовать грядку, то она должна быть хотя бы вот так. Вот здесь вот идет начало. Здесь она вот так вот. Если она вот так идет. Хотя, ладно, если грядка без этой фигни, ограждение, все равно должно быть ограждение там какое-то. Пускай будет здесь вот ограждение. Вот она, грядка идет. Что же здесь расти должно быть? Что же здесь будет расти, не знаю пока что. А, ну пускай пшеница растет. Что, снимает? Нет. Пшеница. Растет пшеница.
мешает мне сюда поставлю. А, нет, сюда нельзя ставить. Сюда ставлю. Пшеница. Но она не будет вписываться здесь. Она должна быть светлой. Это сложно. Не похоже, что это пшеница, нифига. Я как смогу, прорисую. Может, хватит, иначе испорчу. Какая-то фигня получается. Капец. Какая-то хрень вышла. Грядка примерно вот так выглядит. И если здесь гоблины и какая-то хрень, то что-то какая-то фигня получилась у меня вместо гоблинов. Я полный вместо гоблинов. Хотел сделать здесь пещеру гоблинов, блин. Ни хрена не вышло.